Работа над имиджем в областной столице подводит итоги конкурса «Туристический бренд 2012». Рынок предложений огромен, есть на что посмотреть как иностранцам, так и местным жителям. Свой экскурсионный маршрут по знакомой и неизвестной Самаре проложила и наша съемочная группа. В экскурсию по Самаре лучше отправляться ранним утром. Город только просыпается, занимаем места поудобнее и в путь. По уходу нашего автобуса с дом, который связан с именем Шостаковича. Первая остановка – отель в центре Старой Самары. Журналистам, то есть воображаемым туристам, с дороги нужно отдохнуть. 4 звезды, номера бизнес-люкс. Приятная обстановка. Здесь предложат утренний кофе и выпечку. А мы едем дальше знакомым путем. Дома, принадлежащие нашим родовитым купцам – Шахабалова, Сурошникова, Аржанова. В ресторане-музее обстановка советского жилища. Иностранцы говорят в восторге. Попить чай с самовара, как полететь на Луну. Среди российских и зарубежных гостей все чаще и чаще пользуются некие эксклюзивные вещи с интерактивом. Это какие-то экскурсии, дегустации, какие-то более анимационные программы, либо посещение производственных предприятий. Привлечь в регион туристов – общая задача туроператоров и чиновников. Конкурс «Туристический бренд» проходит только первый год и уже позволил выявить тех, кто покажет и расскажет о Самаре лучше других. Сфера туризма – это все-таки бизнес. Поэтому поддержка государства, она оказывается так или иначе в продвижении, в организационной какой-то работе. То есть программа у нас и на следующий год будет целевая действовать. Конкурс будет повторяться каждый год, поэтому я думаю, что это будет год, конкурс востребован у профессионалов. Нина Ванина, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.